Император Петр I основал полицию в 1715 году. После февральской революции 17 года в России царскую полицию ликвидировали. Новый декрет о рабочей милиции приняли 10 ноября. Эта дата стала профессиональным праздником. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации школьники 5-9 классов побывали в Саровской полиции. Там прошла встреча с ветераном МВД, полковником полиции Александром Леонтьевым. Более 30 лет Александр Владимирович отдал службе в погонах, работал в уголовном розыске, занимал должность начальника УВД, служил на Капустином Яре и Байконуре. Меня направили на наш первый полигон, знаменитый. Это город Капустин Яр. Да. Это наш первый полигон, где в 1957 году и до этого производились первые пуски наших нынешних баллистических ракет, другого ракетного вооружения. И где до настоящего времени там все это испытывается, в том числе. Ну, а затем меня вновь направляют на новое место службы. Это город Байконур. Там 7 лет. Александр Леонтьев рассказал ребятам интересные истории, поделился опытом и знаниями, а после беседы провел мальчишкам и девчонкам экскурсию по музею МВД, который он создал в годы работы начальником полиции. Заместитель начальника УВД по работе с личным составом, полковник Валерий Жуковский, показал школьникам оружие и обмундирование сотрудников органов правопорядка. Участники снаряжали магазин, собирали и разбирали учебный пистолет Макарова и автомат Калашникова. Была возможность надеть на себя бронежилеты, шлемы, смотреть военные вещи, автоматы, пистолеты, гранаты. Показали также стол полицейского, показали фальшивые купюры, которые они поймали, рассказали много интересных историй о преступлениях, о наказаниях, и это, мне все понравилось. После мероприятия ребята смогли задать Александру Леонтьеву вопросы. Встреча с сотрудниками полиции вышла насыщенной и увлекательной. Дорогие сотрудники Управления внутренних дел города Саров, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем работников органов внутренних дел. Хочу пожелать вам главное здоровья, благополучия, удачи, побольше раскрытых преступлений, как принято говорить в эти дни, и успехов в службе. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.